Всем привет! С вами «Скажем, покажем». Неделя пролетела просто незаметно, и уже пятница. Сегодня у нас есть тема, на которую мы будем говорить на протяжении всей программы. Тема эта – обучение, ведь учиться никогда не поздно. А научимся мы делать роллы, быть риэлторами, варить кофе и правильно выбирать подарки. Начнем? Мне кажется, у каждой хозяйки рано или поздно встает вопрос, что же приготовить? Впереди выходные, поэтому можно побаловать свою семью чем-то особенным. Я взяла свой пригласительный и отправилась учиться делать роллы. Как проходит мастер-класс? Повар-сушист Суши вам покажет, как готовят роллы. Горячие, холодные мини-роллы с лососем, угрём и креветками. Самое важное, что на мастер-классе не только покажут, как приготовить суши, расскажут, в каком количестве нужны ингредиенты, а самое главное, где их купить. Ну вот, первый секрет уже раскрыт. Все, что нужно для приготовления роллов дома, можно приобрести в отделе «Суши вам» в 45-м магазине. Именно в том количестве, которое необходимо. Все секреты приготовления роллов от суши вам можно узнать на мастер-классах. Они будут проводиться еще. Если вы хотите принять в них участие, обязательно следите за новостями в их инстаграм. Суши вам – это в первую очередь доставка, но приобрести все роллы можно в 45-м магазине на Калинина 5А. На мастер-классе вы не только научитесь делать роллы, но и убедитесь в том, что повар-сушист делает все правильно, соблюдая все нормы и правила. Поэтому роллы, которые вы закажете в доставке суши вам, будут обязательно вкусными и безопасными. Посмотрела сюжет вместе с вами и так захотелось роллов. Если и вам захотелось, звоните в доставку от суши вам. Телефон 8 929 314 0044. У каждого в жизни есть работа мечты. Ну а если кто-то еще не определился с выбором профессии, можно смело попробовать себя риэлтором. Пришли мы на Калинина 16, это прямо на башне, в агентство недвижимости «Мир квартир». Думаете, за домом мечты? Нет, это было бы слишком просто. Я не могу, у меня здесь ногтя нет. «Миру квартир» 10 лет. И на протяжении 10 лет агентство недвижимости ищет активных людей и учит их быть профессиональными риэлторами. Я, конечно, так и не понимала, что ты от меня хотел. Будь то аренда, купля-продажа недвижимости или... Это обалдеть. Мне нравится эта кухня. Кто же такой риэлтор? Это тот человек, который будет сопровождать вас во время всей сделки, будь то аренда или купля-продажа недвижимости. Сделки, конечно, совершаются в рамках закона, поэтому... Забыла. Все документы предварительно проверяют. Сделки совершаются в рамках закона, поэтому документы все предварительно проверяются. Риэлтора научат разбираться в документах, проверять документы и правильно совершать сделки. Без сомнения и без страха можно довериться такому опытному риэлтору, а самое главное – правильно обученному.
Обратиться в мир квартир стоит, конечно, не только при поиске работы, но и при поиске квартиры или дома на берегу могучего Енисея. Кстати, у них еще и акция крутая проходит. За всеми подробностями обращайтесь mktuva.ru или по телефонам 646 46 и 607 70. Иногда утром так сложно проснуться, особенно если это утро понедельника. Так что все выходные тренируемся варить кофе. А сейчас смотрим сюжет. Для того, чтобы кофе бодрило с утра еще больше, его нужно правильно сварить. Как? Я вас сейчас этому научу. А поможет мне бариста кофейни Goodwin Coffee Елизавета. Идем скорее учиться. Кофейня находится в торговом доме «Изумрудный город». Солнышко сейчас так ласково светит. Вот и Елизавета. Расскажите, что и как мы будем делать? Сам кофе мы будем варить в обычной турке, которая есть у каждого дома, а молочко сбивать будем во френч-прессе. Френч-пресс – это обычный чайничек, в котором можно чай заварить? Френч-пресс – это обычный чайник, который есть практически у всех дома. И да, чай в нем можно тоже заваривать. А ты знал, что в таком чайничке можно взбить молоко для кофе? Это я не знала. В турку мы кладем 2 или 3 ложки кофе, в зависимости от того, какой крепости вы любите напиток. Для насыщенности я добавлю 3. Мы ставим турку на огонь. Минутку. Без воды? Без воды. Мы должны прокалить кофе, чтобы он дал все свои вкусные ароматы. Примерно секунд 30. Теперь заливаем турку водой примерно на 1/3. Вода, естественно, зашипела. Желательно, чтобы вода была холодная, но мы немножечко схитрим и поставим ее в горячую воду. Теперь мы убавляем на медленный огонь. Желательно на очень медленный, если вы не торопитесь. И ждем, пока кофе закипит один раз, потом мы снова его берем. Иногда можно помешивать. Мы ставим в микроволновку молоко и доводим его до кипения. Это примерно 2 минуты. Ну а пока у нас Елизавета украли посетители кофейни, я вам расскажу, как же все-таки во френч-прессе взбить молоко. Делаем это очень активно. Спасибо. Теперь мы убираем крышку, вливаем готовое взбитое молочко в красивый стаканчик, некоторое количество. Наша турка, кофе там осело, мы немного его процеживаем и вливаем наш готовый кофе в молоко. Насыщенный и бодрящий аромат и вкус. Варите кофе дома, правильно варите кофе дома. Но если нет времени, приходите в кофейню Goodwin Coffee в торговый дом «Изумрудный город». Ну что ж, подведем итоги. Молотый кофе нужно слегка раскалить. Довести до кипения его нужно несколько раз. Ну а молоко нужно взбивать очень активно, для того, чтобы пенка получилась нежной и воздушной. Или все-таки доверьте это дело профессионалам и приходите пить кофе на Кочетова 104 в Goodwin Coffee. Впереди нас ждет очень много праздников, и важно уметь выбирать подарки, подходящие к торжеству. В магазине «Интисар» можно подобрать подарок на любой случай. Подходящим презентом для леди станет мерцающая и притягательная бижутерия. В магазине «Интисар» большой выбор эксклюзивной бижутерии, которая станет отличным дополнением к любому образу. Для домоседов очень важно создать уют в своем гнездышке. Помочь в этом может магазин «Интисар». В нем вы найдете качественное постельное белье, мягкие пледы и полотенца на любой вкус. Ну а чайные сервизы и вазы расставят правильные акценты в интерьере. «Интисар» для тех, кто чувствует разницу.
Ну вот и все, наша программа подошла к концу. Если у вас остались вопросы, звоните 233-23. Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте и Инстаграм. Смотрите и пересматривайте программу на нашем канале в YouTube. И отличные новости для радиослушателей. Теперь скажем-покажем в радиоформате на «Голос Азии» 102.5 FM. С вами была Ника Катина. До встречи!